Kimitsio te tsetora, Kimitsio te tsetora, Udevaradonai Mierushalayim, Baruch Shenatan Torah Torah, Baruch Shenatan Torah Torah, Le'amo Israel Bekdushato. Так получилось, что мне пришлось на этой неделе подменить Валентина, и я скажу вам, что я наслаждался опять подготовкой к комментарию Торы. И на этой неделе мы изучаем, продолжаем изучать книгу Дворим. На этой неделе изучаем пятый ее раздел, и недельная глава называется «Шофтим, судьи». Что значит «судьи»? Это Второзаконие или Дворим, 16 глава, с 18 стиха по 21 главу, 9 стих. И расскажу вам краткое содержание недельного раздела. Начинается глава, что Моше приказывает назначить судей и сторожей или надзирателей для надзора за порядком. Далее идет установление, наказание за поклонение идолам, установление системы судов, когда Верховный суд рассматривает случаи трудные для низшей инстанции. Далее права и обязанности царя в Израиле, права священников и левитов, живущих вне храма. Потом запрет на колдовство, предупреждение о необходимости слушать истинного пророка и о наказании лжепророка. Повторное указание об убийствах, совершенных по ошибке или намеренно. Запрет на кражу земли, наказание за злонамеренное свидетельство, подготовка к войне и ряд положений, связанных с требованием соблюдать справедливость во время ведения войны. И заканчивается глава законом очищения народа от греха, убийства в случае, когда убийца не был известен. И как мы видим, недельная глава такая очень насыщенная всевозможными постановлениями и законами. И о каждом из этих законов можно с удовольствием поговорить, много интересного, но поговорим мы сегодня об одном из них, потому что время, как сами понимаете, у нас не хватает. Но я думаю, что по вашим домам у вас будет время с этими законами разобраться. И сегодня Бог положил мне на сердце поговорить о судьях, или даже, можно сказать, более о системе судопроизводства в Божьем народе. И этот вопрос в нашей недельной главе поднимается два раза. Наша глава с этого начинается. В 16 главе говорится и в 17 главе. И я вам прочитаю начало нашего раздела Торы недельного. Это Дворим 16, 18, 20. «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе». И этот текст показывает нам, что Всевышний он дал постановление поставить судей, чтобы они в среде Божьего народа Израиля разрешали конфликтные ситуации. Потому что, как мы понимаем, когда есть общество, всегда будет какой-то определенный конфликт рано или поздно. При этом эти судьи, они должны были обладать определенными стандартами поведения и судить должны были тоже по определенным Божьим стандартам справедливости, как мы читаем. И к этим стандартам мы еще с вами вернемся. Сейчас же я хочу в двух словах поговорить вообще о существующей на основании Торы в Израиле системе судопроизводства. Верховным судом был Великий Синедрион.
Он состоял из 71 человека, и заседал он ежедневно во дворе храма. Кроме того, на храмовой горе должны были еще быть два синедриона, два суда. Каждый из этих судов, он состоял из 23 человек, судей. Один находился у входа во двор храма, другой же находился у входа на храмовую гору. В крупных городах Израиля также были установлены суды из 23 человек. Это малый синедрион. А если города или селения были совсем малые, то там были суды, которые состояли из трех судей. И эти судебные органы, они заседали, ну, как правило, в первой половине дня. И в этой судебной системе существовали две группы. Первая группа – это шофтим, это судьи. Это были люди, которые разрешали вот эти вот конфликтные ситуации и выносили приговор в отношении человека, который совершил определенный проступок. Вторая группа была шотерим. Это были своего рода судебные исполнители. И их роль заключалась в том, чтобы приговор, который вынесли судьи, он был приведен в исполнение. Шотерим должны были не заставить, а мотивировать и помочь приговоренному выполнить то, к чему его суд обязал. Интересным и очень важным моментом в этой судовой системе являлось то, что ее основной целью не было наказание, друзья. Не было целью наказать человека, который совершил то или иное преступление. Наказание производилось с целью, чтобы направить человека, который совершил неправильный поступок, направить его по пути очищения и исправления и восстановления. И к судьям, как мы видим в Писании, выносились определенные требования. Это люди должны обладать высокими качествами морали, быть знатоками Божьего закона, ну и не только это. Согласно Талмуду, вот я вам прочитаю, члены великого и малых синедрионов должны были быть хорошими знатоками Торы, разбираться в культах и религиях того времени, чтобы понимать, где идолопоклонство, где не идолопоклонство. Они должны были, в общем, понимать религию народов, окружающих Израиль. Они, помимо этого, должны были разбираться хорошо в математике, в медицине, в астрономии, в астрологии. При этом они должны были знать разные языки, потому что не допускалось принимать показания в Синедрионе через переводчика, чтобы не исказить какой-то момент. Судья должен был сам понимать, о чем говорит человек. Судья не должен быть старым, ущербным или бездетным. У судьи обязательно должны были быть дети. При этом все судьи в Израиле должны были также соответствовать, я говорю уже о всех, это я говорил о дополнительных качествах для большого и малого синедриона. А все судьи, включая и судьи малых городов, они должны тоже были соответствовать определенным стандартам. И вот еврейские мудрецы, они показали эти стандарты, говоря, что каждый судья должен обладать мудростью, скромностью и богобоязненностью, безразличием к деньгам и прибылям, любовью к истине, уважением и добрым именем среди людей. Причем это уважение они заслуживали надежностью в дружбе, вежливостью, отсутствием зависти и твердостью в исполнении заповедей. Вам это ничего не напоминает, друзья? Подобные же требования Священное Писание показывает нам и по отношению к епископам и диаконам, служителям Нового Завета. Я прочитаю вам 1 Тимофея, 3 глава. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не биса, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не серебролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью.
Дальше 7 стих. «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство внешних, чтобы не пасть в нарекания и сеть дьявольскую». О диаконах говорится. «Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некостолюбивы, храняющие таинство веры в чистой совести». Мне кажется, очень много параллелей, которые сбегаются в этом вопросе. В вопросе судей и в вопросе служителей Нового Завета. И если мы с вами посмотрим значение слова «епископ», то оно означает «надзирающий». Вообще, вот значение слова «епископ» – «надзирающий». И мы видим, что при зарождении новозаветней общины они поставлялись, вот эти епископа, пресвитера, поставлялись в определенном в городе как раз для того, чтобы надзирать за Божьим народом. И вопрос, что в нашем постсоветском таком сознании слово «надзирать», «надзиратель» имеет такой какой-то негативный какой-то оттенок, да? Хотя на самом деле значение этого слова «присматривать» с целью заботы. Если посмотреть, что это значит, то это «присматривать» с целью заботы. Если мы посмотрим на новозаветнюю форму управления первоапостольской церкви или общины, то она была прототипом судебной системы Израиля времен Танаха. И сейчас мы с вами называем эту форму управления пресвитерианской. Да, друзья? И ее принцип состоит в том, когда из среды братьев и сестер, из среды общины избираются люди, которые должны соответствовать, опять-таки, определенным критериям и стандартам. И эти критерии, опять-таки, очень похожи критериям и стандартам, которые выдвигались к судьям периода Ветхого Завета в нашей недельной главе. И на них возлагается ответственность заниматься руководством общины, заниматься разбиранием вот всяких вопросов, связанных с вероучением, связанных даже с какими-то конфликтологией, с какой-то, и всевозможные такие вопросы. И я скажу, что вот у нас в общине, кстати, такая вот форма правления. У нас существует духовный совет, который состоит из служителей с разным призванием в теле Мессии, что такое, опять-таки, соответствует библейской концепции, потому что мы видим, что судьи были это священники, левиты или судьи. Как бы Синедрион состоял это. Священники, левиты или судьи. У нас тоже есть и пастыря, и служителя, и диакон, как бы люди с разным призванием. Теперь, друзья, давайте посмотрим, как весь этот механизм должен был работать тогда и как он работает сейчас. Я вам прочитаю Второзаконие, 17 главу, это второй текст в нашей недельной главе, с 8 по 13 стих. «Если по какому делу затруднительному будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, и приди к священникам, левитам и к судье, которые будут в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и определению, какое они скажут тебе, поступи, и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом Богом твоим, или судьи, то должен умереть. И так истреби злой от Израиля, и весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко». Что же мы видим, друзья? В Божьем народе у каждого была своя ответственность. Судьи должны были иметь определенные качества и решать вопросы на основании Божьего Слова, на основании справедливости, которая соответствовала Божьим законам. Народ же должен был исполнять и соглашаться с постановлениями, которые принимал Синедрион.
Если же люди этого не делали, то Писание предупреждает их об опасности для жизни. Я скажу, что этот закон, в принципе, он предупреждающий. Он говорит, то, что говорится, предан смерти, и таким образом наведется порядок в Божьем народе, это закон, который предупреждает, чтобы служились, чтобы не подвергать свою жизнь опасности в непослушании. Я вам скажу, братья и сестры, являясь участником Духовного Совета, что когда люди не стараются услышать и применить рекомендации Совета, то они как раз подвергают свою жизнь опасности. Только эта опасность связана не с физической смертью, а с духовной смертью. И мы видим, что Божий замысел устроения Божьего народа, он состоит как раз в том, чтобы каждый человек в среде общины, он исполнял свою ответственность. И я хочу, заканчивая свой комментарий, прийти к такому практическому применению. Оно простой вывод, но я думаю, что он будет нам полезен. Сейчас, как и во времена Танаха, в сообществе людей возможны всевозможные ситуации. И мы знаем, что у нас происходят ситуации, как и везде. Как я сказал вначале, где есть общество, там обязательно будут определенные ситуации. Никто этого не избежал, мы этого не избежим также. И сообразно Божьего замысла в среде Божьего народа он установил свой определенный порядок. Соглашаемся мы с этим порядком или не соглашаемся, это его порядок, он его установил. Этот порядок состоит в том, чтобы каждый человек имел свое призвание и стремился это призвание исполнить. Если кто-то хочет быть епископом или пастырем или диаконом, то, как говорит Писание, доброго дела желает. Поэтому для этого надо делать определенные шаги. Во-первых, надо понимать свое призвание, что ты призван к этому служению. Во-вторых, надо работать над собой, чтобы соответствовать этим стандартам и критериям, которые Писание выдвигает к этому человеку. При этом надо уже, когда ты входишь в это призвание, по-любому продолжать работать над собой, чтобы то, что ты имеешь, умножить. Для народа же Божьего важно принимать установленный Богом порядок устроения общины и стараться исполнить те рекомендации, те советы руководства, которые могут иногда даже казаться и неправильными на первый взгляд. Понимая, что каждый из нас имеет свою ответственность. Я скажу, что в нашем контексте духовный совет, он имеет и понесет свою ответственность перед Богом за принятые нами решения. Но я скажу, что народ Божий имеет свою ответственность, чтобы эти решения исполнить. Поэтому, друзья, пусть Всевышний поможет каждому из нас войти в свое призвание и исполнить его во всей полноте, чтобы обрести похвалу от Господа. Да благословит нас в этом Господь. Амен.